Этим вечером требовательный стук в дверь раздался в 38 квартирах города Пушкина. В ходе совместного рейда судебный пристав исполнители и налоговые инспекторы отрабатывали адреса злостных должников, тех, кто не спешит выполнять гражданский долг и своевременно платить по счетам. Ежегодно налог, да, в частности, транспортные средства, где вот мы были, да, там Porsche Cayenne, Mercedes, имущество, там земельные участки, квартиры, которые человек имеет непосредственно несколько в собственности и в добровольном положенном порядке, который не оплачивает, в чем необходимо, вот, получается, вынуждает органов обращаться в суд за принудительное взыскание задолженности. Таких нарушителей по всему району около 10 тысяч. Суммы долга разные, порой достигают полумиллиона. Поиск должников судебные приставы ведут ежедневно. Совместные рейды проходят раз в неделю. Здравствуйте, судебный пристав города Пушкина. Кто? Чё? Нам нужна Анжелика Евгеньевна. Она здесь не живет, жила. А вы кто? А вы кто будете? Я собственник квартиры. А паспорт нужно ваш? Все ситуации индивидуальны. Иногда приставы звонят в уже покинутые квартиры. Здесь на помощь приходят соседи. Соседи 135 квартиры. Ольга Сергеевна такая проживает, не скажете? Также поиск неплательщиков ведется при помощи видеокамер ГИБДД. На злостных должников накладывается запрет на выезд из России и регистрацию имущества. При обнаружении уклониста судебный пристав исполнители вручают акты на арест собственности. Бытовое имущество, компьютерная техника, да, все, что принадлежит. Если есть транспортное средство, то выходим, обнаруживаем транспортное средство. Должника просим его предоставить, производим акт описи и ареста, оставляем на ответственное хранение. После вручения акта у должника есть 10 дней на погашение задолженности и обжалование решения суда. В противном случае описи, оценка имущества, выставление на торги и взыскание суммы долга в принудительном порядке.